يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Вместе с любимым пророком. Да благословит его Аллах и приветствует. Часть первая. Жизнь арабов до ислама. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, мир и приветствие посланнику его, сподвижникам его. Братья и сестры, мир вам, милость и благословение Аллаха. Добро пожаловать в цикл передач о любимом нами пророке, мир ему и благословение. Мы поговорим о лучшем человеке, о господине детей Адама в судный день, и нет в этом гордости. Поговорим об обладателе великого заступничества в судный день. Поговорим о Мухаммаде, мир ему и благословение, и достаточно благородства в разговоре о нем. Лучшим времяпрепровождением является время, проведенное в разговоре о нашем любимом пророке, которого мы любим больше, чем наших отцов, наших матерей, наших детей, нас самих. Он люб нам более других людей. Мы поговорим о нашем любимом пророке, начиная со дня его рождения и до его смерти. Его смерть – наибольшее несчастье для этой уммы, общины. Мы поговорим о нем до его и после его пророчества. Прогуляемся по страницам его истории, до переселения, во время него и после. Поговорим о его битвах против врагов, о его великой смелости, о его выступлении впереди во время сражений. Поговорим о его терпеливости с теми, кто противоречил ему и враждовал с ним. Поговорим о нем во время его горя и во время его радости. Поговорим о нем, мир ему и благословение. Если бы не он, наш любимый пророк, то человечество бы жило сейчас в кромешной тьме. Он свет, который Аллах отправил человечеству. Он милость, которую Аллах дал людям, изменил посредством ее их положение и изменил течение истории. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Разговор о нем не просто для разговора, но для того, чтобы мы взяли его примером для нас. Зачем нам стараться подражать ему? Так как подчинение ему – причина вхождения в рай, а ослушание его – причина вхождения в ад. И не только. Человек, подчинившийся ему, словно подчинившийся Аллаху. فقد أطاع الله. Поговорим о нем, так как он любил нас. Как же мы не будем любить его? Один из сподвижников Мекки был спрошен посланником Аллаха о причине его плача. Тот ответил, что плачет из-за смерти. Сказал: «Почему ты вспомнил смерть?» Ответил: «Так как если я умру, то не буду видеть тебя и не буду говорить с тобой». Тогда он сказал: «Человек с тем, кого он полюбил». То есть, если ты полюбишь меня, то Аллах воссоединит нас в судный день и в раю. Поговорим о нашем любимом пророке, чтобы шаг за шагом брать с него пример. Он сказал себе: «Я оставил вас на ясном пути. Если ночь такая же, как и его день, не собьется с него никто, кроме погибшего». لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Следуйте с нами шаг за шагом, и мы изучим жизнь любимого нами пророка, мир ему и благословение. До того, как мы перейдем к жизни пророка, мир ему и благословение, мы кратко рассмотрим положение арабов на Аравийском полуострове в его время. И жизнь арабов на нем, их религию, социальную жизнь, политическое положение. Как они жили на Аравийском полуострове? Арабы произошли от Кахтана. Все мы помним из передач истории пророков, что Исмаиль, мир ему, во время проживания им в Мекке, женился на женщине из племени Джурхум. Джурхум являлся сыном Кахтана. Значит, арабы произошли родом от Исмаиля и Кахтана. Арабы долгое время жили на Аравийском полуострове, исповедуя единобожие. Они поклонялись Аллаху, делали обход Каабы, совершали хадж. Их религией было единобожие. Пока не произошло то, причиной чего был один мужчина. Этим мужчиной был Амру ибн Люхай. Он поехал из Мекки в Шам, местность Аль-Балька. Там проживал народ Амалик. Он обнаружил, что они поклоняются идолам, и спросил их, удивляясь этому, что вы делаете? Ответили, это идолы, которым мы поклоняемся. Спросил, почему? Они ответили, мы просим у них о помощи, и они помогают нам. Просим у них дождя, и они дают нам его. Он спросил, они дают вам дождь и помогают? Ответили, да, мы давно испытали это. Тогда он спросил, дадите ли вы один из них? И они дали ему одного. Амру бин Люхай забрал его и поехал с ним в Мекку. Люди Мекки удивились и спросили у него, что это, о Амр? Он ответил, это идол из Шама. Мы попросим у него дождя, и он даст нам его. Попросим о помощи, и он поможет. Они ответили, что? Идол даст нам дождь и поможет? Он ответил, да. Он смог убедить племена, окружающие его. Они начали поклоняться идолам наряду с Аллахом. Арабы при паломничестве говорили, «Я пред тобой, о Аллах, я пред тобой. Я пред тобой, нет у тебя сотоварищей, я пред тобой». Даже это они поменяли на «Я пред тобой, о Аллах, я пред тобой». «Я пред тобой, нет у тебя сотоварищей, кроме сотоварища, который есть у тебя. Ты владеешь им и тем, чем он владеет». Начали с единобожья и закончили многобожьем. Аллах, Велик и Всемогущ, сказал о них. Многобожие распространилось среди арабов. Они были единобожниками, но идолы начали распространяться. И все это по причине одного человека, Амра бин Люхая. Он ввел многобожие на Аравийский полуостров. Пророк, мир ему и благословение, видел, как его тащили по огню из-за того, что он ввел многобожие среди арабов. Идолы распространились в Мекке и среди арабских племен. Среди них был один мужчина по имени Исеф.
который совершил прелюбодеяние внутри Каабы. И Аллах превратил их в камни. Этим камням поклонялись курейшиты, несмотря на то, что Аллах наказал их. Идолы распространились в каждом доме. Некоторые протирали руки, ища благословения об идолов до путешествия, и по возвращению из него также начинали с этого. Они совершали обход вокруг них, просили их о помощи и говорили: «Это наши заступники пред Аллахом». Один из них делал себе идола из фиников, брал с собой в путешествие, а если он испытывал голод, то ел Бога, которому поклонялся. Идолы, которые не приносят блага и не вредят, не видят и не слышат, им поклонялись, кроме Всевышнего Аллаха. Курейшиты приносили животных в жертву возле этих идолов, дабы приблизиться к ним посредством этого. Жертвы, приносимые не ради Аллаха. Приносят в жертву, говоря: «Это Аллаху, а это нашим идолам». То, что предназначено их сотоварищам, не попадет Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадет их сотоварищам. Неверующие курейшиты и арабы начали изготовлять много идолов и поклоняться им. Они сделали некоторые дома местом обхода, как Кааба. Сакифиты поклонялись идолу Аль-Лят. Они навещали этого идола и приставили к нему служителя. Аль-Лят был у сакифитов, идол Манат был идолом ауситов и племени Хазрадж. Идол Аль-Узза был в местности Нахля. Об этих идолах упомянул Аллах. هذه التي حكى الله عنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. Они дали им имена и начали поклоняться им, оставив поклонение Аллаху. Так распространилось многобожие, а сатана подстрекал их. Самое великое дело сатаны – распространение многобожия на земле. Принесение в жертву не ради Аллаха, мольбы не к нему, обхода не вокруг Каабы, земного и поясного поклона не Аллаху. Все это распространилось в Мекке и в местности вокруг нее. Шайтаны гнездились в их домах, на их рынках и у них на собраниях. Неверующие курейшиты начали верить в дурные предзнаменования. Если хотели уехать, то пускали птицу и смотрели, куда она полетит. Если она летела направо, то они шли. А если летела налево, то они не шли этим путем. Они видели дурное предзнаменование даже в некоторых именах, в голосах и днях, во всем. Увеличилось число прорицателей, колдунов и предсказателей по звездам, так как они не шли прямым путем. Даже дошло до того, что если неверующие из курейшитов останавливались в одной из долин, то просили защиты у джиннов, шайтанов и господина этой долины от джиннов и шайтанов, говоря: «Прибегаем к господину этой долины от зла этой долины и от зла шайтанов». Поклонялись идолам и шайтанам, приносили жертвы не Аллаху, просили защиты не у Аллаха, молили не Аллаха. Все виды многобожия
были распространены в Мекке и вокруг нее. Это некоторые примеры, некоторые из них. Арабы жили в невежестве. Они вели бедственную и несчастную жизнь во всем. Что же касается их религиозной жизни, то они, как мы упомянули, поклонялись идолам. Они говорили, что многобожие, поклонение идолам и определение доли по стрелам началось с Ибрахима и его сына Исмаиля. Они помещали портрет Ибрахима и Исмаиля и определяли долю по стрелам. Курейшиты и арабы запрещали разрешенное и разрешали запрещенное, следуя шайтанам. К примеру, если верблюдица рождала 10 детенышей женского пола, то они отпускали ее и считали ее запретной для себя. Аллах сказал: это виды верблюдов, которым делали разрезы на ушах и особые приметы. Они отпускали их, их не принимали в пищу, к ним не приближались и до них не дотрагивались. Кто запретил этих верблюдов им? Шайтаны. Так шайтаны запрещали им то, чего не запретил им Аллах, и разрешали им то, что запретил Аллах. Иудеи и христиане также были не в лучшем положении. Иудеи занимались собиранием имущества, оружия и разжиганием войн между людьми, чтобы быть их предводителями. У христиан же были монахи, разрешающие им запретное и запрещающие им разрешенное, а они следовали им в этом. Таково было их поклонение. Такова была жизнь. Племена сражались из-за мелочи. К примеру, были сражения из-за того, что верблюдица постилась в месте, не предназначенном для этого. Начались многолетние войны. Даже по более мелкой причине начиналась война и умирало много людей. Так жили арабы. Только в благородных слоях прелюбодеяние считалось чем-то плохим, а среди остальных оно было распространено. Никах, женитьба, был у них четырех видов. Первый вид такой же, как и у нас сейчас. Женщина выдавалась замуж с позволения ее попечителя. Второй, когда муж говорил жене, у которой прекратились менструации, чтобы та шла к такому-то человеку и забеременела от него. Когда же беременела, она возвращалась к мужу. Третий, женщина выбирала 10 мужчин, с которыми совокуплялась. Если же она беременела, то сама выбирала одного из них отцом ему. И он принуждался к взятию на себя отцовства. Четвертый – женитьба на прелюбодейках. Прелюбодейка устанавливала знамя на свой дом, и к ней заходил тот, кто хотел. Если же она рожала ребенка, приходили гадалки и говорили, чей это ребенок. Аллах не спаслал. Мужчина женился на женщине и ее сестре, даже на жене своего отца, пока Коран не запретил это. И не женитесь на двух сестрах одновременно. И не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Арабы жили животной жизнью. Мужчина помогал своим братьям во время войны по невежеству, помогал, несмотря на то, была с ними правда или нет. Их девизом было «помогай своему брату, несмотря на то, справедлив он или нет». Пока не пришел ислам и не установил справедливость, несправедливый должен быть остановлен. Во время невежества же не смотрели на это. Главное для них быть из того же племени. В таком случае они воевали на этой стороне. Женщина была унижена. Произошла битва между племенем Рабиа и другим арабским племенем.
После битвы арабы давали выбор пленницам – вернуться к их родственникам или остаться с тем, кто их захватил. Дочь главы племени Рабия выбрала остаться с тем, кто пленил ее. Она опозорила своего отца и свое племя. Тогда ее отец, глава племени, заявил, что если родится еще одна дочь, он убьет ее. У него родилось более чем 10 дочерей. Их всех закопали живьем. Тогда это стало традицией племени, а затем стало традицией всех арабов. Распространилась эта скверная традиция – закапывать живьем девочек. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت حتى أن رجلا من الصحابة. Один из подвижников рассказал свою историю до принятия ислама. Жена родила девочку, я нехотя оставил ее. Когда же она выросла и стала девушкой, к ней начали приходить свататься. Меня охватила ревность и ярость. Тогда я сказал своей жене: «Одень ее красиво и укрась ее». Она спросила: «Для чего?» Я сказал: «Я навещу с ней моих родственников». Жена его очень обрадовалась, одела и украсила ее. Он сказал: «Жена взяла с меня слово, что я не причиню ей вреда, и я пообещал ей». Я взял свою дочь и по пути увидел колодец. Я посмотрел на глубокий колодец, и дочь посмотрела со мной. Дочь почувствовала неладное и попросила меня: «Я прошу тебя Аллахом не нарушать обещание, данное матери». Он сказал: «Я посмотрел на ее лицо и на ее слезы и смилостивился над ней. Однако, когда я посмотрел на колодец, меня повторно охватила ревность и ярость. Если я смотрел на ее плачущее лицо, то испытывал милосердие к ней, а посмотрев на колодец, испытывал ревность и ярость. Меня охватила ревность и ярость, и я взял ее и бросил головой в колодец. И слышал, как она просила пощады, пока не умерла». Среди арабов были такие, которые, унижаясь, прятались от людей, если хотели оставить дочь живой. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Так жили арабы. Это краткий обзор их жизни. Так была унижена женщина в Мекке и вокруг нее. И не только на Аравийском полуострове, даже в других цивилизациях. Римляне, персы, другие также не уважали женщину. Иногда, когда у женщины умирал муж, его дети наследовали ее как наследство. Она продавалась и покупалась на рынках как рабыня. Такое униженное положение занимала женщина, пока не пришел ислам и почтил ее. Она была унижена, несмотря на то, была ли она свободной или рабыней. Она была унижена во всех положениях. Вино было распространено среди курейшитов. Они пили его больше, чем пили воду.
Так они напивались и после опьянения делали то, что хотели. Таковы были их жизнь и положение, пока не пришел ислам и не запретил спиртное. Курейшиты и арабы проживали во времена анархии. Постоянные войны, проливание крови, убийства, захват имущества – это их жизнь и положение. Посмотрел Аллах на жителей земли и возненавидел их, арабов и другие народы, кроме остатка из людей Писания. Только немного людей осталось исповедовать единобожие, на которых посмотрел Аллах взором милости. Не было ли у курейшитов и племен вокруг них высоких нравственных качеств? Нет, у них были некоторые похвальные качества, которыми они отличались от других. Они жили с этим и даже умирали ради этого. Поэтому сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение, «Я пришел, дабы усовершенствовать похвальные нравственные качества». Среди них были некоторые похвальные качества. К примеру, арабы отличались щедростью. Иногда мужчина имел только верблюдицу, кормясь ею и ее молоком со своей семьей. Но, несмотря на это, если к нему приходил чужестранец из далекого места, то он резал для него эту верблюдицу, его основное пропитание, и щедрости к гостю. Арабы отличались щедростью. О ней есть много стихотворений, а щедрые люди среди них стали известными, как Хатим ат-Таи, Абдуллах ибн Джаддан. Абдуллах ибн Джаддан зарезал много животных, чтобы кормить ими паломников. Он кормил и поил их, так как был щедрым. Курейшиты отличались традицией ар-рифада. Ответственный за это был Усай ибн Аль-Киляб. Он собирал с курейшитов имущество, как налог. И когда люди приезжали на хадж издалека, то курейшиты резали им животных и готовили им пищу. Люди ели бесплатно. Это и есть ар-рифада. Кормление и поение, о которых упомянул Аллах в Коране. Курейшиты гордились этим, и Аллах Всевышний сказал им: وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. То есть не приравнивайте эти ваши благие дела к вере в Аллаха и в судный день. Арабы, несмотря на то, что они были неверующими, имели некоторые похвальные качества. К примеру, верность данному слову и договору. Если один из них заключил договор с другим, или племя заключило договор с другим племенем, или один из них стал покровителем другому, то они были верны этому договору, даже жертвуя собой, детьми и имуществом. Они держали договор и данное слово. Это некоторые из похвальных качеств, которыми отличались арабы в то время. Они имели достоинство и славу. Ни один из них не был доволен унижением. Об этом есть стихотворение. Иногда из-за этого проливалось много крови. Араб не любил унижение никогда. Даже если это привело к жертве собой, детьми и имуществом. Это некоторые их качества. Меккой со времен пророка Исмаиля управляло племя Джурхум. Такое положение оставалось долгое время. Джурхум оставила сохранение Каабы, начала совершать запретное и угнетать людей. Тогда два племени, Кинана и Хуза, вышли войной против племени Джурхум, пока не выгнали из Мекки. Кинана и Хуза начали властвовать Меккой, запретной страной Аллаха. Джурхума из хукми бейт Аллахи аль-харам,
وحكمت كنانة وخزاعة بلد الله مكة بلد الله الحرام. Компания «А-Медиа» выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».